Я тут узнала недавно кое-что. Прошло время Рождества и Старого Нового Года, и на Старый Новый Год все кушают вареники, но... Как оказывается, далеко не все кушают вареники с сюрпризами. Для тех, кто не знает, на Старый Новый Год можно добавлять в некоторые вареники какую-то интересную начинку, например, перец, лавровый лист или даже колечко. Так как я недавно переехала, это первый Старый Новый Год, который я отмечаю не с семьей. И когда я спросила у своих подруг, знают ли они о варениках с сюрпризами, которые можно назвать неким гаданием, они ответили, что впервые в жизни слышат о такой традиции. Я думала, что так делают все, а походу это чисто ростовская или в целом южная фича. Но, кстати, в некоторых заведениях Москвы все-таки есть возможность заказать такие вареники на Старый Новый Год. Короче, давайте соцопрос. Напишите в комментариях, кушаете ли вы вареники с предсказаниями и вообще в курсе ли вы об этой теме, потому что если нет, я прям-таки знатно удивлюсь. А если да, миф развеется и мое негодование уменьшится. В общем, жду обратной связи, целую, обнимаю вас, пока-пока. Муа.